Всем привет, дорогие зрители. Нашел трехкомнатную квартиру в районе Махмутлан. Здесь во дворе у вас растут бананы, если купить это недвижимость. Дорогие зрители, я раньше тут снимал. Помните, здесь был виноград. Кто смотрит мои ролики, вспомните. Я там сорвал виноград. Вот продавалась наверху квартира, но хозяин потом передумал продавать. Сдал в аренду. Так, у нас открытая беседка снаружи. Тут, кстати, есть такое интересное дерево. Я не знаю, что за фрукт на нем. Но очень приятный такой. Похоже на груши. Внутри розовое. У нас здесь открытый бассейн. Вот такой проект с большими балконами. Айда тут 150 лир. Зона барбекю есть. Расстояние от этого места до моря 380-400 метров максимум. Квартира продается на среднем этаже. Просторная трехкомнатная квартира. Так, я сейчас покажу, что находится снаружи. Здесь уже понятно. Велосипеды. Что здесь рядом? Так. Генератора нету. Вот здесь тихо, спокойно. Редко пользуются этой дорогой. Мало машин ездит. Так что не шумно здесь. О, такой вот интересный проект. Тоже я этот проект люблю, так как балконы просторные. Где просторные балконы, это моя любовь к этому проекту. Так, рядом есть магазины, рестораны. Есть магазин стройматериалов. И вот домашняя кухня. Вот там написано, видите? Домашняя кухня. Так. Пойдемте внутрь. Здесь даже есть у нас второй выход в ту сторону. Эту дверь закрыли. Подождем лифт. Во! Такой лифт. Вместимость 5-6 человек. Поднимаемся на средний этаж. Поднялись. Значит, на этаже у нас три квартиры. Такая лестничная площадка. Ой-ой-ой. Открыли. Так. Квартира продается пустой. Откроем двери. Вот такая просторная прихожая. Сюда ставится стиральная машинка. Угу. Вот такая планировка у него. Гостиную вы уже видели, но если сюда сейчас я вернусь, я начну съемку с этой стороны. У нас здесь первый санузел. Требуется ремонт. Так. Здесь у нас первая спальня хозяйская, не маленькая. Где-то здесь 14 квадратных метров минимум. Старые проекты, у всех спальни большие, это сейчас в новых проектах, там где-то 10 квадратных метров, где-то 11. Так, здесь немножко требуется ремонт, покажу. Тоже. Это у нас второй санузел. Такой балкон. Просторный. И в этой стороне у нас дополнительная спальня, детская, скажем. Здесь где-то 12 квадратных метров. Вот. Сторона тут. Так, сторона. Запад, это север-восток. Вот,
север-восток. Там горы. Эта сторона север, эта сторона восток. Тот балкон смотрел на восток и на юг. Сквозная квартира. Здесь у нас гостиная. Кондиционер фирмы Ачили, старенький. Совмещенная вот с кухней. И второй просторный балкон. Если застеклите, будет еще одна дополнительная комната. Вот в той стороне море. Вот впереди вот этого здания у нас Мигрес и улица Барбаросса. 380 метров, это я максимально говорю, до воды Средиземного моря. Возможно, даже 300 метров отсюда до моря. Вот, дорогие зрители, такой огромный балкон. Цены на квартиры поднялись. Не знаю, что за причины, но скажу сейчас заранее, чтобы понимать. Раньше здесь квартиры стоили, допустим, с мебелью совсем за 65 можно было купить, за 68, за 70. Сейчас вот пустая квартира на данный момент, вот это, стоит 67 тысяч. 500 евро. Айдат 150 лет. Квадратных метров жилых я здесь посчитал с балконами вместе где-то 90 квадратных метров. Жилая площадь. Балконы, два балкона, квартира сама. А так брутто здесь 115-120 квадратных метров, как по их меркам. Все. С вами был Строгасий, Солнечный Алании, район Махмуд. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Всем пока-пока.